Андрей Борисов признан лауреатом премии «Золотая маска». Прославленный якутский режиссер получил награду в номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Также лауреатами стали Олег Табаков, Владимир Этуш, солистка Мариинского театра Ирина Богачева и артист Александрийского театра Николай Мартас, а также народный артист России Георгий Котов, представляющий Омский государственный музыкальный театр. Из зарубежных мастеров награду получил грузинский кукольник Резо Габриадзе. Часть «Золотой маски» отсылаю, конечно же, первому президенту Михаилу Ефимовичу, потом Штурову, ну и третьему Егору Афанасьевичу. Почему? Потому что за время работы в Министерстве культуры я, по моему предложению, потом по инициативе деятелей культуры, создано было 7 театров совершенно разных планов –